Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наш рассказ будет об одном разбойнике, который в свое время наводил страх на многие селения. Как же так, скажете вы? Ведь передача называется «Рассказы о святых», а не «Рассказы о разбойниках». Послушайте историю, которую я вам сейчас расскажу, и вы все поймете. Жил в VI веке в Египте страшный разбойник по имени Давид. Была у него целая шайка таких же злодеев. Творили они много преступлений в пустыне близ древнего города Ермополя. Люди боялись ходить по тем местам. А если доводилось там проезжать какому-нибудь вельможе, то брал он с собой целый отряд воинов для охраны. Не год и не два, а несколько десятилетий орудовала шайка. Не раз пытались поймать ее предводителя и тщетно. Давид, казалось, уходил сквозь землю, а затем совершал новые разбои и грабежи. Но когда минуло ему уже 60 лет, все чаще стали посещать его горькие мысли. «Жизнь моя клонится к старости», – угрюмо размышлял он. «И силы уже не те, и волосы поседели, и не за горами тот день, когда придет за мной смерть. Каким же предстану я перед Богом? Ведь сколько зла сотворил я людям». И вот однажды он решил изменить свою жизнь. «Вы оставайтесь здесь», – сказал Давид своим товарищам по злому ремеслу, «а я отлучусь для важного дела». Сказав это, сел он на осла и поехал куда-то на восток. Однако через две версты отпустил осла на волю и пошел пешком. Сколько продолжалось это путешествие, он и сам не помнил. Дни сменялись ночами, а Давид упорно продвигался дальше, лишь изредка делая короткие привалы. Куда же он так спешил? В один из пустынных монастырей. О нем он знал уже давно и в последнее время все чаще его вспоминал. Наконец путешествие окончилось. Давид стоял перед вратами тихой обители. Он осторожно постучал в них. «Чего тебе надобно?» – спросил привратник. «Хочу быть иноком!» На зов привратника вышел игумен. Взглянув на Давида, он сразу же сказал: «Не прожить тебе здесь. У тебя другой нрав, это я вижу. Не понесешь ты иноческих трудов. А к тому же и стар ты уже изрядно. Все, что прикажете мне, сделаю. Только примите меня». Но игумен наотрез отказался. И тогда, сверкнув очами, Давид возгласил: «Знай же, что я предводитель разбойников, не раз наводивший страх на всю область. Пришел я сюда оплакивать грехи мои. Если же ты отвергнешь меня, то приведу я с собой всех своих товарищей и разорю вашу обитель». Игумен, поразмыслив, принял Давида в число братьев. И стал бывший разбойник усердно подвязаться, терпя скорби и лишения. «Сколько бы ни терпел я, этого все равно будет мало, потому что безмерны грехи мои». А вскоре произошло то, что можно назвать лишь чудом Божьей милости. Давид сидел в келье, пытаясь углубиться в молитву. И вдруг келья озарилась небесным светом, а Давид застыл в благоговейном ужасе. Явился ему никто иной, как сам архангел Гавриил. «Давид», – возвестил ему архангел, – «Господь простил твои грехи». Услышав это, Давид невольно воскликнул: «Не могу поверить, что так скоро простил мне Господь грехи. Они тяжкие и многочисленнее песка морского». Архангел Гавриил укорил его в неверии и сказал: «Когда священник Захария, отец святого Иоанна Крестителя, не поверил моему слову, что родится у него сын, я связал язык его, и он не мог говорить, пока святой предтеча не появился на свет. Пощажу ли тебя? И так отныне ты будешь нем». Давид с печалью сказал: «Когда я творил дела беззаконные, ты не связывал мне языка. А теперь, когда я хоть как-то пытаюсь словословить Бога, ты ставишь мне преграды». «Хорошо», – ответил архангел. «Дам я тебе силу молиться вслух и воспевать Божие милосердие. А все остальное время ты будешь безмолвен». Сказав это, Гавриил стал
не видим. Изумленный Давид воздал хвалу Господу о прощении своих тяжких согрешений. И с той поры по благодати Божией стал творить великие чудеса. Целил он разные недуги, изгонял бесов и задержимых людей, а однажды возвратил зрение слепому, которого сам ослепил, когда еще был разбойником. Ходил он с монастырской братьей в храм и возносил песнопение Богу. Громко читал молитвы, но других слов произнести не мог. Да и не печалился этим, ведь он обрел главное – жизнь со Христом. Вот, друзья, какую силу имеет искреннее покаяние, и как неизмеримо велика милость Божия. Помните об этом. Я желаю вам всего самого доброго, и да хранит вас Господь, дорогие друзья.